Брусок, крючок, кисти и фантазия – минимальный набор для создания уникальной поделки ручной работы. Первоуральские экоактивисты вновь открыли двери душевной мастерской. На этот раз горожанам предложили самостоятельно изготовить предмет домашнего интерьера. Виталий Мотин продолжит. Самое главное – это глаза. То есть вот рисуем глазки. Далеко их не расставляем, поближе рисуем. Затем клюв, брови, лапы и в конце, как говорит ведущая мастер-класса, добавляем пушистость. И это только один из способов изображения совы на обожженной дощечке, которая позже станет авторской ключницей. С идеей такой поделки рукодельница Мира Леонтьева пришла во фри-маркет и пригласила первоуральцев. У меня были досочки. И хотелось интересный мастер-класс, чтобы не просто так сделали и выбросили, или валялось хламом, а так, чтобы можно было бы что-то использовать. То есть вот эту досочку, если повесишь дома, то она будет и памятью, и в то же время и полезной вещью. Душевная мастерская. Именно так активисты общественного движения «Город первых» называют череду мастер-классов, где первоуральцы своими руками создают дизайнерские изделия, шоперы, футболки или поделки и украшения, в том числе из ненужных вещей и вторсырья. Занятия рукоделием еженедельно объединяют первоуральцев, которые разделяют взгляды экоактивистов на осознанное потребление вещей и экологичное поведение. В этом их поддерживает первоуральский новотрубный завод ТМК. Первоуральцы вообще очень творческие люди. Это заметно на каждом мастер-классе. Люди приходят с детьми, то есть целыми семьями посещают наши мастер-классы. И у каждого выходит своя какая-то индивидуальная работа. И всегда очень интересно наблюдать за процессом. Кто-то вносит в свое изделие всегда какую-то изюминку. И это очень клево. Один из частых гостей таких творческих мероприятий – Ярослав Чернышов. Признается, инициаторами похода на мастер-класс чаще всего становятся дети, но и сам глава семейства не прочь иной раз дать волю фантазии. Делали поделку, новогоднюю игрушку, грибок, разукрашивали футболку со старшей дочкой, то есть это у меня младшая. Но вообще проводить время совместно с ребенком – это хорошо, а когда еще с пользой, с подделкой, которая останется на долгие годы, чтобы потом вспоминать время провождения, это здорово. Сегодня у Ярослава в напарниках младшая дочь Серафима. Первая сова, решила юная художница, будет оранжевой. Вот ты нарисовала глазки, дальше что? Я буду рисовать лапки. А у нее подружки будут рядышком? Да. Две. Вот тут и тут. Я ее буду вешать. И туда буду вешать крючки. Смастерить не только красивую, но и полезную вещь пришли 10 первоуральцев. Ключницы ручной работы авторы называют бесценными. Все потому, что каждая уникальная в своем роде поделка создается с душой. А значит, душевная мастерская работает не зря. Виталий Мотин, Евгений Шилов, новости, Первоуральск.